недалеко отошел, что-то клюнуло на самодурчик. И вот смотрите результат. Такой вот бычочек на зеленый самодурчик. На нижний крючок, все как по правилам. Хотя с берега вот стою метров 150 от берега, ничего не клюет. Вот так вот. Такой вот красавчик. Все, кидаем назад за борт. Будем плыть дальше. На самодуре у меня стоит обычное фидерное удилище. Речное, с тестом до 150 грамм. Катушка самая дешевая там. Я ее на поплавок использую обычно. Леска 0,25. Застежечка. Ну, в принципе, все. И самодур мой. Вершинку выбираю, конечно, по жесткости. Он что-то село, похоже. Сейчас посмотрим, что там. Не сильно сопротивляется. Вообще ударов не чувствую. Но знаю, что что-то село, потому что... Вот уже... Посмотрим. А, бычок мелкий опять. Самодур мой рабочий, конечно. Первая мелкая ставрида. Вот такая вот мелкая ставридка попалась. Что-то клюнуло. Посмотрим, кто это. О, наживочный бычок. Мелкий. Обычно такого на наживку можно пустить. Ну, отпустим его. Решаю поменять место. Потому что ничего. Точнее, клюет мелочевка, и то редко. Это последние деньки, когда будут... Будет комфортно ловить. Жаркие такие. Потом начнутся дожди у нас. Будет некомфортно. Уже в лодочке резиновой сидеть. Ну, еще, думаю, несколько раз точно выйду. Хотелось бы, по крайней мере. Ты шо? На берегу больше клюет. Начинаю я с 8 грамм. Расскажу немножко о снастях. Мой спиннинг 2.10 с тестом 3.12. Старенькая моя добрая катушечка с шнуром 0.6. 8 грамм. Крючок, честно, не помню, какой номер. Застежечка. Кусок лески. Ну, обычно можно использовать флюр, но я леску использую, потому что очень большой расход. И танка, танта от кусонга. У меня много сегодня резины разных цветов, и буду сегодня ловить на нее разных размеров, разных цветов. Заказал, мне сделали под заказ для ловли на море, для ловли на речке. В общем, интересно будет, потому что прошлые резины просто оставляю килограммами в море. Это то же самое будет. Ненадолго мне этого хватит. В принципе, сейчас попробуем половить чего-то. Глубина метров 5 подо мной, может 6. И надеюсь, 8 грамм будет как раз справляться с этим. Начало с танточки 1,8. Или 1,4, честно не помню. Так
такая поисковая резина, которую ставишь, и всегда, в принципе, бычок любого размера клюет. Решил поставить кусонгу вот такую вот, типа, не знаю, стрекозу или личинку. Тут три таких лопасти, похожие на рачка, креветку. Ну и будем пробовать сейчас. Тоже 8 грамм. Есть первый. Ого, ого, без поклевки начал поигрывать. Неплохой такой. Как удобно эти сумочки. Стояла вот такая 8 грамм, стянула ее немножко в сиреневом цвете. Решил попробовать другую, кислотную, но уже с десяткой. Волна усилилась, поэтому думаю, 10 хорошо будет отстукивать. Такая же самая приманочка, стрекоза с лопастями такими. О, очередная поклевочка, спиннинг в дугу. Ух, как отлично сработала приманочка. Не крупный, а мелкий совсем. Погода сегодня вообще не радует. Думал луфаря половить со ставридой на самодур. Но, увы, ничего не клюет. Решил поставить вот такой белый твистерок. Тоже все приманки у меня сегодня одной фирмы, Кусонга. Есть. Хотел уйти, но не получилось. За щеку поймал. Прозрачный цвет отлично работает. О,
Поклевка за долгое время. Кнутик мелкий. Вот такой вот мелкий кнутик. Что-то сдалеко взяла, очень далеко, когда плыл проводочку. Возможно, только что отцепилась. Хотя... Не факт. А, не есть. Красивая ставридка. Вот такая вот красавица. Возможно, было несколько. Забросим. Падение что взяло? Только что камера разрядилась, одна батарейка. Я бегом поменял, и пока вот это три штуки взяло. В общем, вот этих начал тянуть уже, и в результате она села. Неприятно. Что-то взяло. Ловлю сейчас без якоря. Чисто в дрейф. Бывают, попадаются медузы вот на пути, корнироты, большущие такие. И такое чувство, как будто там полная лента. Протащил пару метров, и понимаешь, вот это насколько у тебя разочарование, что это просто медуза. О, что-то взяло и хорошо сопротивляется. Ёй! Начал дрейфовать. Сейчас посмотрим, сколько. Из-за волн не видно. Возможно, луфарик, потому что сопротивление сильное, или несколько хороших ставрид. Да, несколько хороших ставридок. Отлично. Еще одна ставридка. Как же я соскучился за такой рыбалкой на самодур. Солнце почти село, поэтому у меня не так много времени. Солнце почти село, поэтому у меня мало времени. О,
лодкой прям. Что-то поймалось под лодкой. Одна причудесная. Чисто повисание, не поклевка, а повисание. Но размер вообще шикарный. Попробуем поймать еще. Черпанул. Просто попробуем задержать, медленно-медленно тянуть. Одна. Ставрида такая вообще не стайная, больше одиночная. Стайка маленькая пройдет и все. О, попалась, которая кусалась. Ух ты ж, ё, какая ставридка мелкая. Даже не стайная. Ни одного луфаря не попалось, хотя вышел целенаправленно за луфарем. По идее, он должен охотиться на такую ставриду. В прошлые года у меня есть видосики, когда я выходил и... Когда тянешь, бывает, ставриду, он прям хватал и откусывал половину ставриды. В этом еще ни одного не поймал. Хотя и видел его, и у многих, у кого попадался, видел. Две некрупных. Ну уже лучше, чем ничего. Стоишь вот так и ничего. Стоишь и ничего.
единично как-то берет, в основном мелко. Опять мелочевка. Причем самое интересное то, что оно клюет не стайно, а одиночная такая ходит вдоль дна. Если бы была стая хорошая, первая бы высадилась на все крючки и проскакивал бы луфарь. Солнышко практически село, сейчас будем плыть уже к берегу. Попутно еще оставим самодур, может что-то и поймает. Вот что мне удалось поймать. Ну, попались. Вот такая ставридка даже хорошая попадалась. Ну, немного вообще сегодня из-за погоды. Ничего не клюет. Как-то так.